Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем наши приключения в путешествиях во времени в World of Warcraft. И на сегодня у нас не менее интересное и крутое подземелье под названием Гундарк. Так, не туда. Боссов тут, конечно, немножечко побольше, чем в прошлом, где мы с вами были. Все здесь понеслась. Итак, с нами кто там? ДКшечка. На хиле у нас опять жрец, не может не радовать. Значит, маг-хорохотник и тролль-чернокнижник. Ой-ой-ой, там что-то там нагрели богатенько. Но ничего, прорвемся. И не такое танчили. Замечательно. Собственно, первый босс. О, нормально, парни шарят. Сразу бейл вкинули. Это хорошо. Кстати, не план, нет, стан не работает. В принципе, это и логично, да, на босса он и не должен действовать. Минус босс. Стоять. Вот так вот. Хорошо. Ух ты, даже жезлик он выпал. И кольчушка. Так, ну давайте, наверное, почитаем про подземелье. Итак, Гундарк, троллям зул драка, во что бы то ни стало требовалось спасти свое королевство от уничтожения, и они восстали против древних богов. Божества дикой природы превратились в источник неисчерпаемой силы, а кровь их стала главным оружием против армии короля Лича, в рядах которой присутствовали и тролли. Герои уже отправились в эти неспокойные земли, и чтобы сразиться с дикими дракари и их безумными пророками. Понятно. Так, вот опять, вот с чем тянуть? Ну зачем, а? Ну дойдем же, ну куда нам? Ох ты, блин. Ё-моё. Охренеть. Воу-воу-воу-воу-воу. Твою мать. Почему его убить-то не могут? Слишком далеко. Да. Жестко. Я не пойму, меня вообще там лечат, нет? Понятно, просто хил где-то отходил. Thank you.
Поехали. Конечно, не быстро мы идем, очень даже. Ага, все, он вернулся. Понятно. Я думаю, что там с хилом как-то так все напряжненько. Прист просто тоже дамажит, поэтому. Поэтому далеко не все спеллы. Он использует и для урона босса. Плечики. У меня 186. А куда они спрыгнули? Странные чуваки. Ну ладно. Чётенько. Гоу дальше. Кстати, я ж не прочитал, блин, про первого босса Сладрана. Сладран не испытывал энтузиазма, когда ему пришлось уничтожить Ло, которому он служил всю свою жизнь. Когда он был наделен мощью бога, верховный пророк поклялся, что плеть понесет ответ за все зверства, которые троллям Дракари пришлось совершить. Понятно, что за колосс Дракари. Тролли уже давно использовали моджо в своих ритуалах вуду, но пробуждение к жизни голема совершенно новый этап в развитии их магии. Успех этого начинания привел к тому, что тролли создали... Сейчас, давай этих тоже заберем. Этот, ёб твою за ногу, ну и зачем это делать? Нужно подойти ближе. Слишком далеко. Ой, ё-моё. А вот здесь вот была забавная ачивка на то, чтобы этот пассажир не превратился в мамонта этого. Типа, если не превращается, то типа все ок. Вас. Ах, не успел. Жаль. Если б сбили, было бы клево. Может быть, у кого-то из ребят нет этой ачивки. Если наши боги могут умереть, то можем и мы. Бляха. Так, ну чё, ready? Go.
мота на 4 секунды. Мощным. Забывает подхиливать, видать, прист. Окей, давайте глянем дальше. Мураби. Дракари хотели принести в жертву Мамтота, чтобы получить его силу. Но Лоа уничтожила сам себя. Ах, ё-моё, сам себя. Несмотря на это... Блин, сейчас давайте я с этими разберусь, ребятами, и дочитаю потом, потому что так я... Ух ты, ё-моё! Ё-моё, ё-моё, где хил, где хил? Так, пришли к последнему товарищу. Ясно. Без меня залутали, загрели его. Ну вот опять, где хил? Ничего не останется. Нужно подойти ближе. Да, жестко. А вот тут кристаллик, не? Больше не падает. А, вот что-то есть. Ну что ж. Давайте дочитаем, что там у нас было. А, так. А, хотели принести, да, в жертву, но Сиэл уничтожил сам себя. Несмотря на это, Мураби, несомненно, обладает силой богов. Верховный пророк выпил крови Лоа, и теперь он готов пойти на все, чтобы Зулдрак оставался в руках троллей. Понятно. Сейчас прочтем за последнего. И где там он? Подземелье. Блин. Все-таки интересно, что там. Гундар, где он? Вот он. Так, и Галдара. Дракари обратились к Лоа, когда силы плети напали на Зулдрак. Ледяные тролли пришли к ним не с мольбами, а с мечами. Когда кровь убитого бога Аккалли обогрела землю, верховный пророк Галдара и его сподвижники, предатели, впитали в себя силу Лоа. Ну, собственно, понятно. Есть еще вот такой паренек, да, но я так предполагаю, что это какой-то редкий. Босс, потому что он даже не значится. Эк свирепый. Прекратив эксперименты над гарлоками, после бесчисленных попыток сделать из них живое оружие, дракари заперли их. Пока ледяные тролли сражались с войсками плети, пытаясь отстоять родную землю, Эк и его слуги ждали шанса вырваться на свободу. Что ж, понятно. Итак, друзья, на сегодня, я думаю, это все. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока-пока.